Добрый день, дорогие казахстанцы! Я гражданский активист Амрет Канаткан, член инициативной группы создаваемой партии «Алга Казахстан». Я обращаюсь ко всем алматинцам и жителям неравнодушных поддержать наших активистов Бибигуль Имангалиеву, бывшего кандидата депутата Мажилиса, которую незаконно сняли, а также Зульфию Садвакас и Каната Тургалиева. Они сейчас находятся в Алматинском РОВД. Я прошу вас всех, кто сможет, и членов партии «Алга Казахстан» прийти и поддержать наших активистов. В данный момент в городе находятся представители ОБСЕ и Европарламента, евродепутаты, наблюдатели. Надо показать, что у нас происходит беспредел повседневно. Задержаны ни за что. На улице наглым образом забрали обои. Всем хочу сказать, что наша сила в единстве. Алга Казахстан, давайте поддержим наших активистов, не дадим их в обиду.